Приветствую, дорогие друзья! В официальном браке с Юлией Милославской у народного артиста Александра Абдулова родилась дочь, Евгения. Но он смог насладиться отцовством лишь 2 года перед смертью. Актер скончался после нескольких лет борьбы с раком. Наследница с юных лет решила, что пойдет по стопам отца. Женя Абдулова решила связать свою жизнь с киноиндустрией. Занимается 12-летняя девочка в школе-студии «Дети кино». В сети оказался ролик ее этюда «Плакса». Че надо? Ничего, а что? Ты чего мою младшую сестру обижаешь? Плачет за тебя. Она плакса, вот и плачет. И не плакса. Поклонники Александра Абдулова нашли некоторые черты отца в ее лице, но пришли к общему выводу, что Евгения пока похожа только на мать, Юлию Абдулову. Ранее в телешоу друг покойного актера Георгий Мартиросян заявил, что в откровенном разговоре много лет назад Александр ему признался, что у него растет сын. Была у него после института некая девушка Татьяна, фамилию которой никто не вспомнит. Она работала медсестрой и часто делала ему справки, когда он вынужден был отсутствовать в театре. Они жили вместе сразу после того, как он закончил институт. Потом расстались, а через несколько лет он навестил Татьяну. Он рассказывал: «Я увидел в коридоре, выбегает маленький Абдульчик, очень похожий на меня. И она сказала мне, что это мой сын», — рассказал Георгий Мартиросян. По словам друзей Абдулова, роман их начался в 1976 году. И они очень хотят, чтобы сын нашелся и заявил о себе. Кстати, единственная официальная дочь Александра Абдулова сыграла свою первую роль в фильме Аллы Суриковой «Любовь и Сакс». «Я очень долго искала юную актрису. Все никак не могла найти 9-летнюю девочку, которая бы не утратила наивность, непосредственность и искренность», — рассказала Сурикова. Известно также, что Юлия Абдулова недавно вышла замуж, и ее статус в соцсетях изменился на «замужем». «Вспомните, сколько сил потратила ваша матушка, сколько носила на руках, сколько кормила грудью, делала агу-агу, делала агу-агу. Вот и все для чего? Чтобы научить вас говорить, а молчать. На это уходит жизнь, сэр. Нет, нам с вами надо начинать с азов и не стесняться».